Шел 15 сентября по улице Гагарина, мимо парикмахерской, видите, а ты подстригся с такой надписью. И гляжу на крыше, голуби сделали такие посиделки. Смотрите, как люди любят на лавочках посидеть, так и они сели себе передохнуть. Красивое открытое пространство, кругом деревца есть, и многоэтажки, и люди ходят посмотреть. Вот так вот оно все, мгновение жизни. Красиво получается, да? Птицы тоже все в поисках еды постоянно, в поисках тепла, а мы их не всегда жалеем. А это на той же улице возле Ушакова лет 6 назад вот так вот снял такой натюрморт, можно сказать, за голубями. Это с кондиционера капала вода в стаканчике, кто-то поставил, чтобы они могли попить. Тоже как красиво, полненькие, крупно. А это возле площади Свободы, когда-то тоже давно было снято. А это возле моего двора увидел на проводах, вот так вот красиво пара общалась. А это у нас на улице Суворова, когда-то цветные голуби были. И в блоге вы можете посмотреть, есть отдельно ролик у меня на ютубе. Так, лавочки к этой не привыкли. А, что за дела? Так это у них натуральные цвета вот эти вот, да? Ну да. Ну так, ну не то чтобы... Или красите, да? Ну, коли препараты. Если препараты. Да.